начал работу 26-й Петербургский международный экономический форум. По традиции в нем участвует делегация Московской области, которая подготовила на эти дни обширную деловую программу, сообщает пресс-служба губернатора и правительство Подмосковья. Все те встречи и договоренности, которыми мы в прежние годы здесь заручились, сегодня уже в большинстве своем дают результат в виде налогов, бюджет и рабочих мест. В этот раз планируем подписать 36 соглашений на сумму свыше 150 миллиардов рублей, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. На форуме традиционно работает стенд Московской области. В этот раз его изюминкой стала девочка с персиками. Известный каждому портрет, когда-то написанный Валентином Серовым в усадьбе Абрамцева, выложили из продукции подмосковных брендов.